Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся. Хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному, от святаго крещения. Аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, его же и скоти бессловеснее не творят. Да, како возможеши воззрети на мя, или приступите ко мне, акипсу смердящему, которыма очима ангеле Христов воззриши на мя, оплечася зле во гнусных делах. Да, како уже возмогу отпущения просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вняже впадаю во все дни и ночи и на всяк час. Но молюся ти, припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего. Буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастника мя. Сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.